Ну, тоже. Все гитаристы играют как бы одно и то же. То есть у них есть набор своих штампов, которые они постоянно играют. Что Коцаны там и так далее. То есть все происходит одинаково. У Коцана вот эти всякие тоже типовые штуки. То есть всякие арпеджио, то есть сверху. И, ну, как бы многие-многие такие вещи, как бы есть набор там обычно 7-10 фишек, которые человек вот так вот как бы в свободном этом выдает. То есть, если начать как бы вспоминать, напрягаться, да, дальше можно разные штуки добавить. Можно там поспевать. Арпеджио с межструнными скачками, то есть разные там многоэтажные сипы, то есть разные секвенции. Ну, как бы разные вещи можно вспоминать. Но вот то, что у тебя обычно первым так вот выдается, ну, это какой-то набор там 5-7 виртуханов.